Две домашних игры с факелом последние. Обернулись поражениями. Как настроен на предстоящую игру? Как и всегда, только 3 очка, победа. Ничего другого нас не строит. Отлично. Со здоровьем у тебя как? В игре увидим? Да, надеюсь. Но в любом случае, буду на поле или нет, это решение тренера. Но я готов. Вместе со всеми едем на выезд. Все, отлично. Удачи, парни.